Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня нашел для вас также перспективный хороший проект. Это у нас, как всегда, GEM, дефляционный токен, автоматическая блокировка ликвидности. Просто покупайте себе эти токены, держите на балансе и смотрите, как увеличится ваш баланс. Данный проект уже дал хорошо заработать с самого старта своего. Если посмотреть по графику, то это у нас, друзья, уже больше, чем 1500%. Уже холдеров больше 1000, хорошая ликвидность, поэтому, друзья, неплохой проект. Советую вам также к нему присмотреться. Но это, друзья, не финансовая рекомендация, потому что здесь риски есть, поэтому вы уже принимаете на свой страх и риск. Данный проект называется Little Finance. Токеномика у нас, как всегда, много токенов. Будет сжигаться при каждой транзакции 2%, также будет на ликвидность 3%. Команда себе будет забирать 3% при каждой транзакции. И холдеры будут зарабатывать 2%. Сейчас токен находится в очень хорошем ценовом коридоре. Буду фиксировать профит, друзья, частями. Буду также покупать на коррекциях. Частями буду фиксировать по 20, 30 и 50%. Биток сейчас у нас очень волатилен, поэтому решил заходить в такие проекты. Хорошо дают зарабатывать, потому что если взять биткоин, то это там в день может быть там 3-4%, это максимум 8%, а в таких проектах можно за день заработать даже 100%. Но такие, конечно же, проекты являются высокорисковыми, но на них можно хорошенько заработать. Ну и также мы в них вкладываем небольшие суммы, там примерно 5-10% от своего капитала. Давайте посмотрим сайт. Вот у нас сайт Little Finance, также есть Twitter, Telegram, YouTube, много социальных сетей данного проекта. Много социальных сетей, также есть суппорт и бизнес-финанс. Если какие-то вопросы есть, можете на суппорт написать. Если какие-то партнерства, можете на бизнес-финанс. Есть также дорожная карта, белая бумага есть. Есть также контакт, чтобы связаться с админами, с разработчиками и позадавать какие-то вопросы. Но это, друзья, можно сделать также в Телеграме. Там много подписчиков, поэтому также переходите, подписывайтесь, если данный проект вас заинтересовал. Уже, кстати, друзья, больше 3000 подписчиков. Little Finance Global. Хороший проект, неплохой. Дал уже, кстати, много заработать. Поэтому, я думаю, сейчас мы еще на нем сможем заработать. Сейчас у нас такая небольшая коррекция пошла, если посмотреть по графику. Но это у нас, в принципе, техническая коррекция. Я думаю, сейчас здесь также будут покупки преобладать, и потом цена также пойдет вверх. Также смотрим по свечам, по зеленым, что у нас преобладают покупки. И это еще свидетельствует также транзакции внизу. Видим, преобладает зеленый цвет. Далее идем, у нас есть еще дорожная карта, все по кварталам расписано. Проект, друзья, кстати, стартовал 15 июня, совсем недавно, и хорошенько развивается. Видим, что у нас должны были выполнить. Это у нас там веб-сайт, маркетинг, white paper. Вот уже скоро будут листинги на CoinGecko и CoinMarketCap. Также в Bookfolio будут листинги. И еще будет проходить аудит с помощью Certic, а также Solidity Finance. Хотелось бы, чтобы прошли через Certic, потому что это один из ведущих компаний, которые проводят аудит. Да, и в принципе, друзья, дальше у нас по кварталам все расписано, какие планы. Это mobile еще у них application выпустить, веб-сайт обновить, также еще exchange листинги. Снова у них еще будет маркетинг агрессивный, да, они будут закупаться реклама, везде будет поститься информация о данном проекте, и уже, я думаю, холдеров будет около 10 000, когда это все у нас произойдет. Идем далее, у нас также есть, имеется white paper или белая бумага, поэтому также переходите, ознакомьтесь, у нас Little Finance, здесь у нас все подробно расписано, можете вот так копировать и переводить с помощью Google переводчика. Ну, в принципе, базовую информацию я уже рассказал. Ну и тут, в принципе, так еще расписано обширную информацию по проекту. Также здесь у нас еще расписана автоматическая ликвидность, как это все будет происходить. Также будет у нас расписано по дорожной карте здесь вся информация. В общем, друзья, для большей информации можете переходить сюда и уже самостоятельно ознакомливаться. Вот также есть какие проценты куда идут. Вот 3% команда, market, team и stock market. Вот почему 3% уходят как бы отдельно, на это будут идти на развитие, и также людям, которые работают над этим проектом, чтобы они тоже зарабатывали. Также есть у нас график, уже есть листинг на PoCoin. Видим, что у нас уже цена выросла на 1546%, огромнейшая свеча, проект довольно-таки свежий, у нас кап уже 188 тысяч долларов, ликвидности у нас довольно-таки много, на 177 BNB, это у нас 53 тысячи долларов. Холдеров уже довольно-таки неплохо, хорошее большое количество уже, в принципе, проект стремительно развивается. Также у нас еще здесь распределение по количеству токенов на разных адресах есть, и видим, что у нас довольно-таки ровное количество, нету там больших китов здесь, все у нас нормально здесь.
Теперь перемещаемся на холдеров. Токен Ticket LTFN. Количество холдеров больше 1300. А также трансферов 10 000. Транзакций по сравнению с холдерами довольно-таки очень много. И видим, транзакции происходят довольно-таки часто. Вот, каждую минуту. Каждых 5 минут происходит, покупают, продают. Друзья, давайте еще переместимся по социальным сетям. Есть, конечно же, Twitter, уже показал вам Telegram, больше 3000 человек. Активно переписываются, какие-то вопросы есть по проекту, пишем админам, и админы вам с радостью отвечают. Также не забываем подписываться еще и в Twitter, вот так это все делаем. Также ставим себе уведомления, чтобы не пропускать новые посты, потому что это очень важно. Если какая-то новость выйдет интересная, то это также может повлиять на цену, и на этом, друзья, можем с вами зарабатывать. Ну и, в принципе, здесь также публикуются обзоры от других блогеров, которые можно также пересмотреть, но они в основном, конечно же, на английском языке. Друзья, что я хочу сказать. Проект выглядит неплохо, дал уже хорошо заработать, и видим, что коррекция довольно-таки не сильная. Ожидая здесь еще роста, поэтому здесь бы покупал и продавал бы уже частями, фиксировал бы прибыль от этого проекта. Друзья, это, конечно же, не финансовая рекомендация, потому что это вы должны делать сами. Сами должны давать себе отчет, принимать решения, потому что это инвестиции, это деньги, и это бывает, конечно же, потери, но бывают и хорошие заработки. Очень хорошие. Поэтому, друзья, ссылочка будет в описании. Переходим, ознакомливаемся, подписываемся на социальные сети проекта, также подписываемся на мои социальные сети. Это Telegram, YouTube. Также ставьте уведомления, чтобы не пропускать следующие ролики, потому что это очень важно. Также ставьте лайки, пишите обязательно на свои комментарии, что вы думаете о данном проекте. Ну, на этом у меня, друзья, все. Всем, конечно же, профита. Пока-пока.